Ну что ж, сборная по мини-футболу уже вышла из группы, а московским армейцам это сделать только предстоит. Сегодня вечером они проведут свой первый матч в Лиге чемпионов, групповом турнире. Футболисты Леонида Слуцкого встретятся с неуступчивым немецким Байером. Начинать групповой этап Лиги чемпионов против германского клуба стало для армейцев уже почти традицией, правда, крайне неприятной. Во всех случаях россияне неизменно проигрывали, причем последняя неудача датирована прошлым годом. Тогда армейцы уступили Вольфсбургу. Статистика гостевых встреч против команд Бундеслиги у ЦСКА и вовсе печальная. В 5 матчах клуб потерпел 5 поражений. Но сегодня команда сделает все, чтобы это исправить, и игроки даже знают, как это нужно делать. Это очень быстрая команда. При потере мяча они сразу вступают в очень активный прессинг. Вот. И с этой командой нам будет очень тяжело. И надо будет очень быстро играть, очень быстро выходить в контратаки. И нападение, и полузащита хорошие. В принципе, сбалансированная команда, но у них есть огромные зоны. Надеюсь, которыми мы воспользуемся. Еще один антирекорд принадлежит ЦСКА, вернее, конкретно вратарю Игорю Акинфееву. Это личный антирекорд. В 37 матчах голкипер красно-синих не уходил с поля без пропущенного мяча. Имеется в виду, конечно же, только матч Лиги чемпионов. Сегодня он также постарается прервать эту черную полосу невезения, но это будет сделать крайне непросто. Байер сейчас в приличном состоянии, выступает очень здорово в немецком первенстве. И в последней игре они обыграли без проблем Гамбург со счетом 3-1.